Велики достижения советских людей в области космонавтики. 43 героя в отряде советских космонавтов. И среди них наш земляк Виктор Васильевич Горбатко. Весной 1979 года тепло и радушно встречали тихорячане героя космоса. В горкоме партии состоялась встреча космонавта с представителями партийных и советских организаций, где председатель горисполкома товарищ Селецкий вручил герою-космонавту памятный сувенир «Серебряный костыль», символ основания Тихорецкой железнодорожной станции. Жители Тихорецка, руководители города и учащиеся молодежь вместе с космонавтом почтили память героев-воинов, возложили цветы к памятнику героям гражданской и великой Отечественной войны. Музыкой и цветами встречали тихорячане космонавта. На привокзальной площади состоялась теплая встреча железнодорожников станции Тихорецкой с космонавтом. Затем Виктор Васильевич Горбатко посетил городской музей. В музее лучшим представителям молодежи города Елены Пискуновой, Ольги Ильишенко, Валентине Эсмановой и другим космонавт по поручению горкома комсомола вручил комсомольские билеты. Состояла встреча рабочих передового завода нефтехимического машиностроения «Красный молот». Товарищ Горбатко интересовался славными делами красномолотовцев. 68% продукции на заводе «Красный молот» выпускается с государственным знаком качества. Встреча на заводе завершилась торжественным митингом. В школе имени Ленина герои космонавтов встречали дети. Пионерский отряд 5-го Б-класса носит имя дважды Героя Советского Союза Виктора Васильевича Горбатко. Для ребят приезд космонавтов в школу стал ярким памятным событием. Детям продолжать дело, начатое отцами, прокладывать дороги к будущим звездам. В нашей стране осуществима любая мечта. И, может быть, кто-то из этих ребят, фотографируясь на память с космонавтом, дал клятву верности делу покорения космоса. К
Космонавт также встретился с тружениками ордена «Знак почета» завода имени Воровского. Возложил цветы у памятника славного героя революции, чье имя носит одно из крупнейших предприятий города. Завод славен своими революционными, боевыми и трудовыми традициями. Встреча трудящихся с космонавтом вылилась в яркую демонстрацию успехов, достижений тружеников завода. Товарищ Горбатко познакомился с планами реконструкции завода, после завершения которой объем выпускаемой продукции возрастет более чем в полтора раза. Гордятся тихорячане своим земляком-кубанцем. Торжественной и взволнованной была заключительная встреча горожан с космонавтом Горбатко во Дворце культуры. Незабываемыми для всех тихорячан остались встречи с героем космоса, летчиком-космонавтом Виктором Васильевичем Горбатко.